Москва, 4 мая, РИА Новости. Россия продолжает выполнять свои обязательства в рамках соглашения по иранской ядерной программе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия продолжает выполнять свои обязательства по данному документу и будет придерживаться этой принципиальной линии, пока остальные участники действуют в соответствии с условиями договоренности и резолюцией СБО ООН 2231, заявила она во время брифинга. Иран и шестерка международных посредников. Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий СВПД, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБО ООН, США и Евросоюза. Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона о рассмотрении ядерного соглашения с Ираном, ИНАРА, американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ираном.